Дорогие друзья, доброго времени суток. Меня зовут Гудмен, и сегодня у нас старенькая игрушка. Она приурочена к двум событиям. Первое — это юбилей у команды Gangsta Team, это их 100-й перевод, с чем я хочу, собственно, их и поздравить. Ребята молодцы, я думал, у них гораздо меньше переводов, но они очень продуктивно работают. Пожелаем им успехов, чтобы у них все получилось, и дальше продолжали радовать нас замечательными проектами. Тем более, они действительно находят вот игры, которые никогда не были переведены на русский язык, и знакомят русскую аудиторию вот с этими самыми играми. Это обязательно стоит отметить. Следующий момент, друзья. Второе событие. Честно, я, ну, не то что являюсь фанатом, но на определенном этапе жизни я очень много играл в работы студии Amaranth Games. И для меня было большое удивление узнать, что они делали вот игры в этом жанре. То есть я, как заядлый RPG-шник, я играл в их проекты, созданные на RPG-мейкере. В старенькие, в относительно более новые. У меня даже рассылка на них стоит. Подписка, точнее, на моей почте электронной. Но у меня даже в голову не пришло, что у них есть игра в таком жанре. Так что мне крайне интересно узнать, что же они приготовили, но лично от себя добавлю, что эта студия очень круто прячет всякие вот такие, знаете, секретики, какие-то загадки. Они это очень здорово обыгрывают на RPG-мейкере. Одни из лучших, фактически. Ну, есть еще две студии, но это уже другая тема для разговора, которые могут с этой сравниться с работами на RPG-мейкере. Вот, но тем не менее, друзья, давайте приступим. Мне не терпится узнать, что же эта студия приготовила мне в этом жанре. И, как обычно, друзья, хотел бы я поблагодарить своих спонсоров, донаторов и просто активных пользователей, которые вдохновляют меня к дальнейшим прохождениям. Без вас, наверное, я бы уже перестал бы всем этим заниматься. Так что спасибо вам, друзья, большое. Итак, выбираем сложность. Легко, совет и пропуск заряжается быстро. Активные области выделяются искрами. Нет, конечно, сложно. It began when a strange invitation arrived on my doorstep in a most mysterious way. Dear Ms. Isabel Brisbane, you are cordially invited to attend a midnight gala at our new home, Darkfall Manor. The festivities begin tonight at dusk. Sincerely, Lord and Lady Hamilton. Darkfall Manor. I knew of the place. It was an old abandoned Victorian house on the outskirts of town. I'd not been aware that anyone had purchased and renovated it. I should have been wary, but I was curious. What was I getting myself into? With no way out, I had to move forward. Итак, приступим. Хотите пройти обучение? Нет. Не хочу. Не люблю обучение. Честно, что ей делать, друзья? Сигануть за ворота и убежать отсюда. Так, 0,4 монеты. Может, и надо было обучение пройти? Не знаю, друзья. В общем, будем знакомиться по ходу дела. Я подозреваю, что монеты — это какие-то подсказки, поэтому мне они не сильно нужны. Ну что, давайте знакомиться, как замечательная студия обыграла этот жанр. Поверьте, друзья, моему опыту, они очень здорово работают в жанре RPG. Кто любит такие старенькие RPG-шки 8-битной, 16-битной эпохи и знает, что такое RPG-мейкер, я крайне рекомендую ознакомиться с их работами. И что это значит? Ну, 4 монеты. Так, ворота заперты. Вы оказались в ловушке. Возможно, в особняке найдется что-нибудь, что поможет открыть их и покинуть это жуткое место. Кажется, глаза горгульи хранят некую тайну. Так.
Слишком темно, вам ничего не видно. По перезагрузке переключатели 3 и 4 выключить, остальные включить, остальные это 4. Так, интересно, интересно. Мне уже это все нравится. То есть я могу что-то уже делать, да? Здесь 4 поставим, а здесь поставим 9. Так, остальные выключить. Это мы выключили. Потом там еще какие-то цвета обозначены, я смотрю. Вот так, наверное. Друзья, классическая головоломка без каких-то вот этих, знаете, начинается там, что вот мы попали в мини-игру и сразу условия. Здесь ты мог и не знать, что все условия соблюдены, ты просто играешь дальше. Круто. Так, какие-то куски валяются чего-то, полотна какого-то, записка, да, ну... У меня пока подсказок нету, найдите все части. Ага, тут такие, блин... Честно, не моя самая любимая вот это поиск. Я его очень не люблю. Очень плохо ищу такие предметы. Так что будет больно. Мне будет больно, это точно. Кстати, надо было немножко звука добавить. Сейчас мы после этого поиска это сделаем. Так, еще кусочек. А, снизу хотя бы рисуют, что там надо найти еще. Ой-ой-ой, где ж ты последний это кусок, Кусман? Может, там на голове что-то болтается, нет? Ой, блин, как я кусочки не люблю искать, друзья, вы бы знали. Это моя нелюбовь в этом жанре, единственная, наверное. Так, прохождение, что это мне не надо. Меню, наверное, опции. Давайте немножко музыки добавим, а то как-то грустно немножко. Итак, у нас есть камень. Камнем можно кого-нибудь побить или что-то разбить. Здесь надо ключ. Табличка неполная. Не знаю, друзья, мне такие игры больше нравятся, чем современная вот эта вот чушь. Где все красиво, но ничего интересного не можешь найти. Кстати, если здесь 3 фрагмента записки... Ага, рисунок совы готов. Но самой... совы у нас еще нет. Не знаю, зачем я собираю монеты. Нафиг не надо. Вы получите часть карты. Вам откроется быстрое перемещение. Вау, прикольно. Вот какой стимул, друзья, искать-то. Так, нету всех каменных элементов, получается. Да, здесь должен быть рычаг. Чтобы перекусить цепи, вам понадобится прочный инструмент. Так, сова улетела, удивительно. Угу. Надеюсь, будет максимум одна вот такая сцена. Блин, как это сложно. Рычаг, это сюда. Так. О, сцена поиска стандартная. Найдите все предметы из списка. Если название предмета выделено белым, вам придется совершить дополнительные действия, чтобы его найти. Вроде бы я отказывался от подсказки. Попробуем. Конверт. Гребень. Чайник. Кисть, щетка, аж 3 штуки. Ну, нам для начала хотя бы одну найти было бы неплохо. Так, одну вижу. Больше ничего не вижу. Кисть и щетка. Ладно, свеча. Сразу сюда смотришь, что там горит. Вот это может быть. Кстати, на удивление, вот... Честно, друзья, я не знаю, как много они игр выполнили в этом жанре. Я еще специально перед началом
игры я решил перепроверить, действительно ли они эту игру сделали, потому что, знаете, бывает, кто-то выкладывает новость и, ну, просто не проверяет, а там, допустим, берет информацию с другого сайта. Вот, действительно, эта студия автором является этой игры, запустил, убедился в этом тоже, соответственно. Но хочу отметить, вот у очень многих старых студий были ошибки в сценах поиска. Я про это раньше упоминал, так как нам уже давно не попадалось старых игр. То есть, как это работало? У нас есть какой-то задник, который мы берем за основу сцены поиска, а сверху накидываем предметы. Там, допустим, 10-15 штук. Но когда это выполнено некачественно, вот эти предметы, которые накиданы сверху, которые надо найти, их видно. Вот здесь это не скажешь. Здесь реально все очень грамотно сделано в правильной цветовой палитре. То есть иногда можно определить по каким-то нелогическим расположениям предметов. Иногда можно определить по цвету. То есть там, допустим, более блеклая картинка, а у вас предметы более такие, знаете, насыщенных цветов. Вот здесь все, опять же повторюсь, выполнено все тютелька в тютельку. Короче, хвалю. Я люблю эту студию. Если они еще вот эти игры... У них еще есть за пазухой несколько игр в этом жанре. Я просто лишний раз буду убежден в том, что у меня хороший вкус на определенной студии, потому что у меня есть определенный список компаний, за которыми я слежу, и в игры, которые я в основном играю, потому что что-то другое я предпочитаю не читать, не смотреть. Слишком много всего сейчас на рынке выходит. Вот, и во все не переиграешь, за всем не уследишь, поэтому надо как-то с этого выбираться, как-то фильтровать это все. И я предпочел выбрать вот энное количество студий, которые я люблю, которые мне нравятся и радуют меня своими проектами. Либо то, что они издают мне, обязательно это может быть игра, которая они лично разрабатывают. Это может быть просто издание от другой студии. Но вот я делаю так. Как делаете вы, не знаю, друзья. Потому что во все играть невозможно. Во все не поиграешь. Слушайте, где эта кисть-щетка? Если раньше выходило там 10 игр в неделю, это было и то много считалось. Сейчас может 30 игр или 50 в день выйти. А я уж не беру мобильный рынок, там вообще засилье однообразного потока кое-чего. Так, подсказками, друзья, мы не пользуемся, но вот кисть я не вижу. Начинать кликать беспорядочно. Кисть и щетка. Так, карта, змея, часы, яблоко, нож, подсвечник, бла-бла-бла-бла-бла. Может, вот это вот кончик, это помада скорее. Блин, это щетка, я это 100 раз видел, я думал, это помада какая-то. Жесть. Так, руками разгребли, почва довольно плотная, вам не обойтись без лопаты. Что здесь? Сара Дюр, 1897-1916. Так юна, так мила, так мало пожила. О. Слушайте, это может быть какая-то подсказка. В старых играх, скажу честно, друзья, очень часто надо обращать внимание на любые вот такие мелочи. Золотые, серебряные, бронзовые и бронзовые замки скрывают бонусный контент, встречающийся по всей игре. Серебряным коллекционным ключом. Так, я пока не очень понимаю, как это работает, но мысль интересная. Это мне напоминает ачивки, которые я часто выбиваю на консоли. Там тоже много, большая часть контента скрыта. И надо какие-то определенные условия выполнять, там что-то пройти. Какой-то вот сейчас, в данный момент прохожу вторую часть Kingdom Hearts, может кто-то слышал, симбиоз Squaresoft или Square Enix уже получается, и студии Disney, они объединились в одной франшизе, и диснеевские герои, там Дональд Дак, Гуфи, встречаются с персонажами из Final Fantasy и других интересных ролевых серий студии Square и Enix теперь уже. Где-то вторую часть найти, а мы не знаем, где ее найти. Еще тут цвета какие-то дурацкие. Фу, гадость какая. Надо где-то камень. Так вот, там во второй части, первая пройдена, во второй части Chain of Memories, чтобы открыть все карты. Там тактическая карточная игра с элементами экшен-РПГ. Там, в общем, такой интересный симбиоз. Непривычный, но любопытный.
Нам надо посмотреть хотя бы фильм такой трехчасовой, сюжетный, третьей части. В общем, круто все связано, завязано. Я бы очень хотел таким контентом делиться на канале, но я сомневаюсь, что кто-то будет его смотреть, кроме там, парочки человек, а это очень-очень большой труд. Это не пройти игру жанра поиск предметов. Слушайте, друзья, я не знаю, что делать. Что такое камень? Камнем можно что-то разбить, куда-то кинуть. Здесь надо явно лопата. Здесь не хватает кусочка. То есть, наверное, не здесь нам надо, не сюда. Так, а если мы камни разобьем? Камнем. О! Надо быть более грубым, друзья. Чем мы все так утонченно про это рассуждаем? Ой, друзья, ну это, надеюсь, я справлюсь. Если нет, ну не корите меня сильно. Сколько тут цветов? Какая гадость. Ваша заливная рыба. Я не знаю, я честно не знаю. Натыкал, короче. Ключ появился. Я бы такой замок хотел себе купить, только что были не цвета, а какие-то другие, знаете, вот ориентиры. Все гости исчезли, в этом доме точно что-то нечисто. Наверняка здесь отыщется что-нибудь полезное, но в такой тьме ничего не видно. Быть может, вам удастся найти источник света? Для начала надо монеты найти, а потом уже свет искать, я так понимаю. Монета раз, монета два, монета три, а это не монета. Пускай видны лишь очертания предметов, вы понимаете, что сюда нужно поместить. Я думал, это стих какой-то. Так красиво сложено. Так, а четвертую монету я не вижу. Я думал, вот это четвертая монета. А это медведь что-то там захватил, что-то сжимает. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, а что у нас есть с инвентарем? Ну да, мы от всего избавились. Так, давайте включим свет, может будет легче. Тут и так хоть глаз выколи, ничего не видно. Еще и какие-то кусочки заставляют искать. Извращенцы. Блин, одна фигулина. Отвратительно. Ой, да. Так, где же ты можешь быть? А мне так на рыцаре очень так неплохо все отражаться может. И он как-то так хитро стоит. Тут прищурился, тут что-то. Так, друзья, я включился, я вроде бы нашел вот это, по-моему. Фух, я не знаю, сколько времени у меня это заняло, минуты 3-4. В общем, нашли, слава богу. Я уже методом исключения, здесь призрачная картина, здесь рыцарь, как бы я это поисключал и начал уже смотреть. Но я предполагал, что где-то вот за этим могло быть, но я когда зашел в комнату, я выходил с локации, потом заходил. Вроде бы я что-то сразу это не заметил. Так, что мы там собираем? Кусочек холста.
Что у нас тут? Призрачная картина, призрачные часы, призрачная роза, шар и фотография. Короче, я так понимаю, все это надо найти по-хорошему. Рыцарские доспехи и непонятно, что с ними делать. Замок выполнен в виде полумесяца, и здесь ничего не понятно. Ваза целиком исписана красивыми узорами. Главное, что цветными, да, вы хотите сказать? Не надо меня так пугать. Так, медведь крепко сжимает какой-то деревянный предмет. В раме должен находиться портрет. Я так понимаю, что опять кусочки мы должны искать на этой картине. Ну сколько можно кусочки искать? Я понимаю, мода тогда такая была на такой вид поиска. Сейчас уже он не очень популярен, только, наверное, вот эта серия единственная осталась, где фактически этим пользуются. Ну и где-то эпизодически появляется это в других играх этого жанра. Но там скорее, знаете, такое вот... То есть помимо того, что оно меняется, оно еще и так работает, да? Готово. Ключ из портрета. И что? Странные часы, несмотря на свой возраст, тихо тикают, отсчитывают время. Так. Все двери в коридоре заперты. Если вы хотите покинуть особняк, придется открыть каждую из них и найти что-нибудь, что отопрет ворота. Начнем с монет, как обычно. Так, слушайте, а что мне эти монеты дают? Просто можно так ходить вот так вот, да? Тут еще 14 задач. Жесть, конечно. Но то, что они путают, это очень здорово. Я обожаю такое. Когда разработчик путает игрока, то есть все локации доступны. Так, дверь заперта. Похоже, на ней есть небольшое углубление в виде сердца. Здесь углубление в виде лупы. Что у нас тут? Серебряное кольцо. В лампе нет масла. Не открывается. Какая-то интересная шкатулка. Это, видимо, сюда. Одну дверь мы открыли, но заходить спешить не будем. Давайте проверим, что... Вот это что-то валяется, но как-то не берется. Хотя здесь явно что-то как будто, вот знаете, лежит не к месту. Что-то на полу. Ладно, вроде бы тут все остальное закрыто. У нас нету больше никаких этих предметов. Дух какой-то. Who are you? What is this place? I'm Sarah. I was sent to destroy a spirit called Grimm, who desires to return to the mortal world by wicked means. I failed, and Grimm trapped me here. I thought I was the last one who could stop him, but you are here. I need you to find a special ring lost in these caves. You must hurry. Both our fates depend on it. Кстати, а дневник-то у нас есть, прохождение, совет, монеты какие-то. Вот чего не хватает, это дневника. По-моему, кстати, у Morant Games в некоторых RPG-шках даже есть дневник. А почему здесь не добавили?
Так, явно надо зажечь, я так понимаю. Какая точность? Какие мелочи, как они важны? А как обычно, друзья, собираем... Я думал, это монета, это гвоздь. Ну, еще лучше. Так, еще одну карту собрали. И еще 8 гвоздей. Блин, один гвоздь, как всегда, самый классный. Найди пропавшее кольцо, от него зависит наша судьба. Ну, можно сделать какой-то, друзья, уже предварительный вывод. То есть мы попали в какое-то поместье, где обитают духи. Ну, в принципе, мы это сразу подозревали. И второй момент, сюда была послана до нас какая-то девушка, которая не справилась с каким-то жутким духом. Надо знать, как это все двигается, в каком порядке, я так понимаю. Так это не работает, да. Так, 1, 2, ну, короче, сейчас разберемся. Что тут есть еще смачное? Острый и тяжелый, вы сумеете открыть ящик. Один, два, три, четыре. Один, два, три. По-моему, это четыре. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Так, теперь в пещеру пошли. События разворачиваются максимально быстро. Здесь аж 5 монет. Засранец скелет-то. Так, 2 кусочка. Так вот, монета, видимо. Нет, это не монета даже была. Ну, классика жанра, друзья. Я не знаю, где находится последний кусочек. Я монету даже не вижу. Хотя вот там что-то круглое, но это скорее сосуд какой-то. Вряд ли это монета. А вон. Так, а монету-то я все равно не нашел. Может, раздолбаем? Дай там по щам этому. Ну, тогда, скорее всего, стрелу поломаем, конечно. Нам бы досочки найти, я так понимаю. Доски на мост. У нас есть гвозди, но нечем забивать. Так что все равно сюда рано идти. А вот монету я бы хотел найти, чтобы можно было потом сюда вернуться. Но почему-то я ее не вижу. Куда мне не пройти пока? Пока что. Пока доски не положу. Так, монета. Где ж монета? Дайте немножко поглядеть. Тут что-то такое темное. Ой, блин, наушники падают. Вот она, да. Так, давайте раздолбаем киркой этот ящик. Так, мы взяли цепи. Тут еще 11 задач. Потом где-то можно было болторезом. Цепи были тоже. Явно не здесь. Здесь осталось всего лишь 2 задачки. То есть вы хотите сказать, что кирка не подходит для того, чтобы раздолбать лед? А почему 2 задачи? Если я только одну вижу, а где вторая задача?
Ну ладно, может там потом что-то там, какой-нибудь пазл появится или что-то еще. Вот доски для моста, я так понимаю. Но как ты будешь их забивать? Изумруд. Тут ложить нечего. Тут рыцарю тоже вроде давать нечего. Книжки, стоп, стоп. Полки заставлены книгами. Книжка никакая не убирается? Нет, ничего не убирается. Но этот момент важен был. Хорошо, что я его заметил. Может, сожжем этот хворост? Не, не хочет. А там не было масла, по-моему, да, в той локации? Кстати. Вот и молоток. Я думаю, как я буду гвозди забивать? То есть я положил еще монету, они все равно застряли. Ладно. Какая, друзья, точность? Я аж вспотеть сейчас успею, пока эти гвозди все поставлю на место. Так, проход есть. Что-то перекрыли. О, опять. Так, колокольчик. Колокольчик у нас есть. От меньшего к большему нас размести. Затем цикл жизни восстанови. От меньшего к большему. Стойте. А что они имеют в виду от меньшего к большему? Тут совпадает, в принципе, смотрите. Тут совпадает по размерам, то есть первый самый большой, второй поменьше, еще меньше, еще и еще и цифры совпадают. 1, 2, 3, 4. То есть я это сделал, но это как-то зафиксировалось или нет, это я не понял. А вот это что такое за точка? То есть вначале кокон, потом гусеница, потом бабочка, потом смерть. А вот это что? Я не понимаю, где вот эту ставить. Что вот это за фигня? Колокольчик с яйцом. С куколкой, гусеницей, бабочкой, черепом. Да, так, все правильно я делал. Вначале яйцо, потом кокон. Ну, куколка, да. Потом гусеница, потом бабочка, а потом смерть. Не работает чего-то. От большего к меньшему. Разместил. Может, надо справа налево для них, я не знаю. Может, наоборот надо все делать. То есть я вышел и все обратно вернулось, да? Давайте наоборот сделаем.
Слушайте, ну считаем там и справа налево, а не слева направо. Нет. 1, 5, 4, 2, 3. Так, наверное. Стойте, может гусеница, что я уже, может, забыл, как это все в жизни происходит. Может гусеница, потом кокон, потом куколка, потом бабочка. Ну-ка. Блин, точно. Я посмотрел на размеры, что кокон, куколка меньше, чем гусеница. Нет же. Да, друзья, школьный курс биологии, я такие вещи даже подзабыл чуть-чуть. Ну, хорошо, что справился, так что засчитай мне, что я справился. Я думаю, вы не против. К стене прислонен крупный сноп сена. Угу. Теперь можно спалить. Блин, ничего не палится здесь. Так, еще две монеты. Отражение. 1 кусочек остался. 1 кусочек. Я его не вижу. Ну, конечно. Ну, зачем тебе его видеть? Вот монету нашел. Вот же, блин, ты еще больше нарисуйте, я тоже, наверное, не увижу. Так, кусочек сыра. Здесь живет мышка. В норке прячется мышь. Если вы попытаетесь сунуть руку на руку, вас могут укусить. Надо же мышеловку как-то поставить. А как ее поставить? Ключ, ваза открыта. Вы могли достать бы кольцо. У нас ничего нету. Ага, 4 цифры умноженных получится 90, да? Что это за число? Сейчас придумаю. Давайте поделим 90 на 2, будет 45. 45 можно разложить на 15,3. 15,3 это 5 на 3 уже не получится. Тут только один раз, по-моему, прожимается, да? Да. 45 только так можно разложить, если на 2 поделить. Хорошо, разделим на 3, получится 30. Как можно 30 разложить? 15,2. 3 умножить на 5. Опять же 3 задействовано, блин. Да, было бы 30, и на 3 было бы все правильно. Хорошо. Слушайте, а можно же использовать 1. 1 умножить на 3, умножить на 5, умножить на 6. Будет 90. Эй, я решил. 1, 3, 5, 6. Сидел тут, долбался, как додик какой-то. Ладно.
Я не понимаю, как эту с этой мышеловкой воспользоваться. Как сыр положить внутрь? Блин, там не было активных зон. Дверку мышеловки нужно чем-то подпереть. У меня ничего нету. Ну не дал о том же, правда же? Серьезно? Жесть. И мышка для экспериментов, я так понимаю, да? Да, тут, слушайте, норка такая, что тут жить даже можно. Окей. Лук. Огурец, сердце, фрукт, боже ты мой, макаронина, ой-ой-ой, сухой лист. Так, надо по порядку как-то все это надо упорядочить, потому что очень так долго можно все это искать. Чуть ли не до бесконечности. Так, пуговица была? Нет. Ладно, поехали. Конфеты две штуки. Одну вижу. Вторую пока не вижу. Есть вишня. Вишни вроде нету. Спички. Спички у нас в инвентаре есть. А вот еще один горох. Цветок. Один точно есть. Фрукт. Четыре штуки. Но это ягода, не фрукт. Сердце. Спичка. Макаронина. Сухой лист. И... огурец еще. Столько предметов, а ничего не могу найти. Так, сердце, фрукт, цветок. Вот это может цветок. Бусины. Бусины, бусины, бусины. А вот это бусины считается? Так. Кое-что нашли. Ну, малина же не фрукт. Малина, это ж ягода. Детей перед школой учат различать овощи, фрукты, ягоды. Ну слушайте, ребята, по-моему, это странное решение. Может, это сухой лист? Нет. Нет, это не сухой лист. А вот это что такое? Печенье какое-то. Где-то даже огурец они спрятали. Интересно. А вот лимон — это уже фрукт. Не знаю, что там. Нажал на всякий случай. Мало ли там попадет куда-нибудь в нужную цель. Сухой лист, вот он. Макаронина. Макароны тоже разные бывают, разные формы. Сейчас всякие этих макарон, там столько видов. Десятки. Да, никогда не думал, что в этом жанре загвоздка будет в поиске макаронина. Так как ее надо извратить, чтобы она такой невидимой стала? Друзья, давайте кликом. Что за спешка? Успокойтесь, за лишние клики полагается штраф. А какой штраф? Кусок хлеба явно не то, сыр тоже не то. Где ж вы тут, собаки, спрятали макаронину? Вообще не ищется. Вообще не ищется. Слушайте, макаронину не могу найти. Да что за дела такие? Вон она снизу, блин. Thank you.
Что мне этот кристалл дает, друзья? Ой. Тут еще две задачи. Я так понимаю, вот здесь что-то надо сделать. И все. Может, как-то считается, типа, что открыл и взял, это как бы как две задачи идет. Кольцо-то мы нашли. Вот как его достать? Здесь тоже, походу, делать нечего. Здесь не хватает маслица. Здесь что-то в виде луны. Здесь каких-то фигур не хватает целая куча. Здесь не совсем понятно. Семейный портрет излучает жутковатое свечение. Может быть, этим раздолбать? Что мы взяли? Мы взяли отвертку. Кстати, тут все мы сделали или нет? Все, друзья, все 10 задач, это локация пройдена. Кстати, как-то на карте это отмечено, что там типа галочка какая-нибудь. Суперсовременная, нет, ничего не стоит. Ну и черт с ним. Так, где-то что-то можно было, я помню, открутить. Вспомни бы, где я это видел. Вот здесь. Дальше. Ух, новое задание. По-моему, света не хватает. По верстаку раскиданы вещи, но в темноте вам не видно какие. По-видимому, на дальней стене есть выключатель, а в углу стоит что-то вроде генератора. Чтобы осмотреть комнату, нужно
заставить бегать мышь, я так понимаю. Сидела себе мышка, никого не трогала. Пришел тут какой-то гудмен злобный, заставил мышку бегать. Да, вот так вот. И даже за бесплатно. Сыра даже не предложит. Вот такой вот я злой. Так, тут где-то еще одна монетка есть. Вот она. У нас есть отвертка. У нас есть серебряный коллекционный ключ. Кстати, первый. Сплавить металл. Под котлом нужно зажечь огонь. А тут есть... Да, есть. Найдите все части. Ну, конечно, как же. Каждая локация без таких кусочков обойтись не может. Найдите на экране предмет, подходящий под описание. Я чудесно смотрюсь в волосах прекрасных девушек. Ну, заколка какая-то может быть. Можно цветочек приколоть, наверное. Может, бабочка вот эта, нет? Цветочек. Я очень острый на вкус. Это перец? Меня любят есть мыши. Это сыр. Я красиво выгляжу и креплюсь к платью. Блин, можно что-нибудь попроще? Я зеленый от природы кислый. Я монарх от мира насекомых. Блок, такой жук такой был. Вот он. Нет? Монарх от мира насекомых. А, бабочка-монарх же есть, кстати. Есть бабочка-монарх. Так и называется. По-моему, махаон... Но это самое крупное, это не то, наверное. Я монарх от мира насекомых. Блин, не та бабочка. Я пригожусь, когда нужно будет что-нибудь купить. То есть монета. Я простое крепежное приспособление. Так, винтик мы где-то тут видели, по-моему, или болтик. То есть винтик, болтик, гаечка, там не знаю, что-нибудь с этого, с этой оперы что-то будет. А вот найти это оказалось гораздо сложнее, чем назвать. Вон гвоздь какой-то есть. Может, булавка? Я распыляю приятный аромат. Парфюм. Но нет. Ну да, но другой. Так, это наперсток. Если нужно послать письмо, без меня не обойтись. Но это значит марка, скорее всего. Я рассеиваю тьму. Тьму рассеивает свет. Значит, надо что-то, что может рассеять свет. То есть, какой-то спичка даже условная. Я главный ингредиент в приготовлении хлеба. Так, и каменный ключ. Что за каменный ключ? Каменный ключ. 1 из 6. Ух ты. Слушайте, ну круто. Сделали вот такого поиска. Я уже очень давно не видел. Он попадался мне, но очень-очень редко. Так, давайте искать кусочки кинжала дальше. Где же вас найти? Нож. Зачем мне нож? Да, закинуть, вряд ли. Так, а что это такое? Не вытаскивается. О,
1, 2, 3, 4, 5. Не вытаскивается, не вытаскивается. Кое-как решил. Что случилось? Опять расскажите мне, что я сделал такого? Так, а это что такое? Хотя бы описание какое было. Панель с рунами. Разместите руны на игровом поле, собирая комбо из трех и более одинаковых рун. Вы должны полностью очистить игровое поле, использовав все руны. Они не падают, то есть получается, да? Уже ошибся с этим, скорее всего, но попробуем. Не факт, конечно. Раз, два, не, все нормально, все прошел. Так, это кто такой? Часть фотографии. Что вы там все делаете? Часть литейной формы. Нужно залить расплавленный металл. Металла нету. Есть какие-то фотографии, какие-то кусочки. В общем, надо металл в этой комнате. Все, судя по задачам, уже можно ориентироваться. То есть каждую задачу можно делить на два. Тут осталось два действия. Это надо найти ключ и взять его. И отрезать. Кстати, отрезать. Может, нож тупой у меня? А можно заточить нож об эту штуку? Нет, там он как раз бегает, а можно что хотите сделать. Так, ладно. Здесь в голове надо форму, у нас тоже ее нету. Здесь надо перстень, я так понимаю, отдать. А может подковырнуть медные монеты. Все, осталась одна задача тут. У нас две медных. А может с медной монеты, кстати, это как металл использовать? Почему бы и нет? Отлично, сработало. Так, медный ключ. По-моему, на улице, кстати, было, если я не путаю. Типа коллекционный там какой-то предмет, бла-бла-бла. Давайте вернемся туда. На улице возле дерева. Там под дуплом или под чем? Вот снизу там можно было что-то сделать. Нет, серебряный надо. Но у меня медный. Но тут что-то очень много задач, а я очень мало вижу. Может, что-то не нашел здесь? Вот это пока локация такая самая, знаете. Будь у вас топор, можно было бы разрубить доску. Запомним этот момент, тут мы точно все сделали. Тут тоже задач, я смотрю, боже, сколько, ёпарасотэм, заставлены книгами. Полки заставлены книгами. Здесь надо луна. Здесь непонятно, что надо с этим товарищем сделать. Кстати.
Да, друзья, сделали ключ и не знаем, куда его присунуть. Вот было бы такая у нас, слушайте. Обычно наоборот, ключа не хватает всюду, а тут у нас ключи есть, и не знаешь, как им воспользоваться, да. Может, здесь? Блин, так все просто. Я так долго ходил зачем-то. Кольцо. Find the real one. It is your only hope. Grimm must not come back into the mortal world. He will destroy it with his evil. I shall do my best. Девчонка приехала на отдых, а тут какие-то это... Похититель душ очередной. Давайте, друзья, еще немножко поиграем, и на сегодня, я думаю, можно закругляться. В целом, давайте я уже начну предварительно какие-то итоги подводить. Честно, я очень люблю старые игры, и эта игра, в принципе, не исключение, несмотря на поиск по кусочкам, что мне очень не нравится. Я думаю, вы тоже видите, насколько долго я вот эти кусочки ищу, насколько они тормозят сам процесс. Но если брать вот в целом, очень все грамотно так сделано, интересные головоломки... Много локаций, различные подходы к головоломкам. То есть они действительно разнообразные, логические. И все это очень так здорово разбавлено здесь. Кстати, ваза, по-моему, это отсюда. Что-то мы сделали, да? А фотография, я так понимаю, отсюда. Что было? Даже вздрогнуть можно. Особенно если ночью будешь в это играть. По сути дела, ничего не поменялось. То есть там осталось только срезать снопом, может, каким-то колос. Тут почему-то ничего не случилось. У меня новых предметов... А, есть, кстати. Вот и отлично. Новая комната, значит, мы знаем, что делать дальше, друзья. Это самое главное. Да, дом разрушается. В целом, честно, очень неплохо все выглядит. И... Я не могу сказать, что вот это какая-то, знаете, первая работа этой студии в этом жанре. То есть чувствуется какой-то опыт. Потому что я хорошо помню первые работы Elephant Games. Я помню первые работы ERS Games, Apex и многих других студий. И чувствовалась какая-то неопытность в действиях. Какие-то, знаете, такие моменты не совсем правильные. А вот здесь, по сути, даже те вещи, которые мне не очень нравятся. То есть там сцена поиска по кусочкам там. Что-то еще такое. В принципе, наверное, все. Остальное все очень органично вписано. В сценах поиска ошибок нету. То есть я про них рассказывал, что я имею в виду под этим. Головоломки органично вписаны. Они интересны, они разнообразны. Сюжет, да, постольку поскольку. Но может мы до конца еще в нем не разобрались. Есть какая-то общая тайна. То есть вот чувствуется, знаете, играешь, есть какое-то чувство недосказанности в хорошем смысле. То есть как будто эта же девушка что-то от нас, возможно, скрывает, что-то нам не договаривает. То есть есть какие-то еще нюансы. Кто такой Грим, мы до конца не знаем. То есть почему именно мы? Возможно, тоже нам про это расскажут. Опять же, я знаком с RPG-проектами этой студии, и у них сюжетом, в принципе, всегда все было в целом неплохо. Не скажу, что там, знаете, какой-то вот Оскар за сценарий можно вручить. Нет, конечно же, но... Это не просто какая-то эпическая героическая сага, там «Спаси принцессу, убей дракона». У них даже там были какие-то такие затрагивались жизненные вопросы, интересные, чаще всего какого-то локального масштаба. Я надеюсь, что вот сценаристы поработали над этим сценарием. Мне хочется больше текста, больше информации. Опять же, спасибо GangstaTeam за предоставленную версию перевода. Игра действительно очень и очень впечатляет. Мне она больше нравится, чем...
большинство современных проектов. На сегодня, друзья, все. Большое вам спасибо за просмотр. Играйте только в хорошие игры. Всем пока-пока и до новых встреч.